Доброго времени суток. Продолжая тему острова Хиюма, следующая остановка пост технического наблюдения Суре Садом. Вот, если предыдущая погранзастава была, то есть это там, где пограничники, собственно, жили и где проходил их быт и служба, то здесь была станция наблюдения. Здесь они следили зорко за границами нашей великой родины. Вот. И посмотрим, что тут есть. Тут я так уже по первому взгляду не особо тут много, я так понимаю. Пару зданий, да, вот эта вышка. Сейчас, я не знаю, даже хотелось бы на вышку подняться. По идее, можно, по-моему, я вижу отсюда. Вот, попробуем все-таки на ту вышку, на предыдущую не удалось. Хотя очень хотелось. Ну, будем надеяться, что на эту возможно. Пойдем поближе посмотрим. Вот, первое здание. Просто какой-то, не знаю, склад, наверное, вспомогательный. Ботинок. Я часто... Да, ботинок, но это явно не советский. Или просто сторожка какая-то была. Но это больше на склад похоже. Бутылка еще, похоже, с тех времен, может, лежит. Но не ожидайте многого, я уже говорил. Вот это, скорее всего, укрытие для прожектора. То есть выкатывался прожектор и светил на море, на воду в поисках, может, то ли диверсантов, то ли, ну, просто нарушителей. Ну, масляной фильтр, наверное, или что это. Вот. Вот тут видны рельсы, по которым выкатывалась тележка с прожектором. Вот на эту площадочку. И светило. Деревьев, естественно, не было. Вот, и светила она туда, на море. Пойдем посмотрим, что за вышка. Я сделал это, я забрался на самый верх. Вот, и здесь все хлипкое. На саму крышу вот этой будочки я забираться не буду. Сами видите, в каком тут все состоянии. Вот, просто покажу. Это громоотвод. Вот такая вот маленькая база. Там лебеди тусят. Попробую на них навестись. Такие вот красавцы. Вот, ветер тут не слабый гуляет. Там еще что-то, но я не вижу. Это то ли частный дом. Похоже на... Да, это частный дом. Там у него что-то непонятное. Вот. В общем, это такое коротенькое видео. Напоминаю, это остров Хиюма и погранзастава Сур-Садом. Или Сур-Садома. Вот. Сейчас я буду спускаться и, наверное, мы поедем уже дальше. Продолжим наше путешествие по острову Хиюма. До новых встреч!